Ну что, всем привет! Мы переезжаем. Жить! Уже готовы к переезду, все собрали. Это мой компьютер, это мой монитор. Надеюсь, последний раз переезжаем, и не надо будет больше это все возить. Лешины вещи. И мои. Все, все в ожидании чуда. И Ника тоже. Алёша снимает выключатель, который вот этот. Помните, я вам рассказывала? Тут был выключатель, он был дистанционный. Вот, мы его с собой забираем. Вот, все наше добро. Сейчас будем ехать. Спят усталые игрушки, книжки спят. Даже Мика спать ложится, глядя на ребят. Все, ребят, мы переехали. Пока вещи собирала, успела два комплекта постельного постирать. Сейчас повешу, чтоб сохло. Потому что здесь пока стиралки нет. Все выставили. Сейчас повешу белье сушиться. Смотрите, сколько у меня борцов с тлей. И ни одной тли. Походу, те капли, которые я купила против тли, вызывают божьих коровок. О, смотрите. Решила я, здесь сразу мы будем пить чай. Вот, немножечко поедим. Папа может. Папа может. Сидим. Пьем чаечек здесь, так хорошо. Так, сосиски с хлебушком поели. Смотрите, что я стала снимать. Вот такие вот булочки у нас 16 рублей стоят. Вкусные. О, смотрите, сколько мака. А плюшки вот такие, 12 рублей. Представляете? Как здесь хорошо живется. Все, ребят, наконец-то мы переехали. Я надеюсь, это действительно последний переезд. Ничего не будет случаться. Все будет хорошо, счастье нам в этом доме. Сейчас буду убирать там, чтобы холодильник поставить. В общем, еще работы предстоит очень много, поэтому на сегодня не буду много чего снимать. Вот, я очень счастлива, безумно счастлива. Наконец-то это мой переезд в мой дом. Это так круто. Здорово, что нам никуда вечером не нужно ехать. Вот. Еще что хотела сказать. Все время думала, откуда столько пыли берется. Вот постоянно вытираешь, и постоянно куча пыли. Сейчас стали выбивать диван. И сейчас. Вот сейчас стали выбивать столько пыли в диванах, столько пыли в этих креслах. Вот откуда пыль берется. А в квартирах выбивать диван — это вообще нереально. А здесь можно хоть каждые выходные выносить и выбивать. Ну, если не супер тяжелый диван. Но стулья точно не тяжело вынести и выбить. Ах, купили мы все рекомендовали этот Санекс. Купили мы его. Вот ванна до. А там надо замачивать, да? Да, на 5 минут. Ванна до и ванна после. Оп. И после. Немножко, конечно, пятно осталось, но тем не менее вообще круто, белая, белоснежная ванна. Будем сегодня в ней уже купаться. И вот эту штуку тоже вымыли, все. Так, ну что, Максим сегодня будет спать на раскладушке здесь. Пока будет на раскладушке спать. Вот мой стол. Все у нас пока вот так. Вот мы здесь будем пока спать. Вот, куча вещей, все наложено, коробочки. Вот, дедушка уже купаться пошел. Сейчас будем пиво пить. Ну, а я буду квас. Будем отмечать новоселье. Дедушка пока здесь будет, я ему сейчас застелю диван. Вымыла здесь полы. Вот, ну, у каждого по комнате. Дедушка уже купается. Вещи пока по чуть-чуть разбираю. Вот, уже все, разуваемся. В тапочках ходим. Сейчас покажу. Я сегодня постирала одежду. Но стиралки ж нет. Ой, сейчас. Вот, ой, смотрите, как у нас красиво все. Вешаем, все сушим, чтобы сразу с этим спать. Ой, у нас так уютно, так хорошо, что я цветочки посадила. Вот этот фикс прайс ужасно светит, плохо так. Нужно будет купить нормальные у моей мамы такие фонарики. Они уже лет 7, наверное, им.
там батарейки меняются, и они хорошо освещают дорожку. Я куплю нормальные фонарики, и они у меня вот так вдоль дорожки будут. Вот. Вон, Лёша развесил белье. Будем спать на этом, с улицы высушенном. Ой, классно, первую ночь. Первую ночь будем спать в своем доме. Это такой кайф. Я, господи, я прям так давно мечтала. Лёша заходит, говорит, ой, как у нас уютненько. Первое утро в нашем домике. Мне, я думала, солнышко встает немножко с другой стороны. Здравствуйте, мои цветочки. Ой, как классно. Птички поют. Кстати, что я встала? Надо чайник взять нормально. У нас здесь был чайник без свистка. Пойду ставить кофе, делать. Ребята, как классно в собственном доме. Проснулся. Проснулся и выходишь сразу на улицу, как будто в кемпинге. Я понимаю, почему нам нравился кемпинг. Потому что кемпингом мы заменяли себе собственный дом. Легла обратно в кровать. Кстати, классно, что постельное высохло на улице. Я так скучала за этим запахом постельного, которое с улицы. Сейчас прям в постели лежу, монтирую вам видео. Сейчас позавтракаем. Максим в магазин пошел. У нас продуктов вообще никаких нет. В общем, покушаем. И собирались ехать на ту квартиру. Там порядок наведем. После переезда всегда в квартире полный бардак. Порядок там наведем. И мне сейчас позвонили, представляете, я с этими переездами забыла, что заказала Максу рюкзак на старый адрес. Я что-то подумала, что я заказала его сюда, на этот адрес. И сейчас должны доставить рюкзачок Максу. Вот, как раз получим. Прям все вовремя, тютелька в тютельку. Прям боженька нас бережет. А я думала, что я заказала на этот адрес. Ну, совсем уже потерялась. Ребят, сейчас едем с Максом на квартиру, порядок там навести, ну и некоторые вещи еще забрать. А, ну, там с морозилки. О, сумку термос забыли, ё-моё. Хотела с морозилки забирать, не морозилку забыла. Ну ладно, я их запакую как-то. В общем, что хотела сказать. Тут, в принципе, недалеко ехать. Сейчас едем на велосипеде. Я, ребят, вы знаете, мы сейчас перевезли вещи в дом наш. И какое-то меня окутало спокойствие. У меня было беспокойство, потому что нужно было порядок навести, нужно было много чего сделать до переезда, хотелось все успеть. А сейчас мы перевезли вещи, и мы уже по-любому остаемся там. Будем уже как бы потихоньку разгребем все, разложим, и будем не спеша по мере поступления средств
делать ремонт реально никуда не спеша. Сделали там 2 часика и, ну, отдохнули там. Можно там, ну, сколько хочется. Хочется хоть весь день, никуда ехать не нужно. Нужно находиться на одном месте. И сейчас меня окутало такое спокойствие и такое, знаете, безмятежность. Я всегда езжу на велосипеде быстро. Сейчас я еду не спеша. Я стала замечать, какие красивые дома вокруг, какое все вокруг красивое. До этого я ездила на велосипеде вот туда-обратно, бегом-бегом, чтобы все успеть, чтобы нигде не опоздать. Сейчас реально такая безмятежность, такое спокойствие. Еще в наушниках у меня релакс FM вообще полный. У меня, ребят, наворачиваются слезы на глаза. Наконец-то у нас, я всегда говорила, что у нас нет фундамента. Наконец-то у нас есть фундамент, основа, у нас есть дом, у нас есть гражданство, у нас есть... Можно начинать счастливую жизнь. У меня есть любимый мой сыночек Максимочка. Я тебя безумно люблю, мое счастье, мой взрослый мальчик. У меня есть любимый мужчина, у меня есть родители любимые, которые мне всегда помогают, которые не оставляют меня в беде. А еще что хотела сказать. Вот многие пишут, что вы купили дом, там столько сил, столько энергии нужно. Ребята, господи, это счастье, когда у тебя появляется свой угол. Это все, вот вы знаете, этот весь ремонт, он нам в удовольствие. Когда мы все вместе что-то делаем, не знаю, у меня какой-то восторг дикий, когда мы все вместе что-то делаем, строим, видим улучшение, видим результат до и после. Не знаю, от этого я получаю только удовольствие, это мне не в тягость. Если кто-то, например, думает, что там делать ремонт, это так сложно. Сложно, когда нужно куда-то спешить, а сейчас не нужно никуда спешить, просто... Нужно совершенствовать то, что имеешь, и получать от этого удовольствие. Я безумно счастливый человек. Я и до этого была счастлива, а теперь пипец какая счастливая. Так, ну что, убираем мы в квартире. Смотрите, пусто, пусто. О, Максим. Пусто-припусто. Пусто. Сейчас полы помою. Позвоню сегодня собственнице. Может, она сегодня приедет. То завтра с утра. Короче, Макс. Пришла посылка! Ура! Открывай! Пакет! Ура! Этот рюкзак я тоже заказывала на сайте New Chic. И мне, кстати, сказали, что этот сайт называется New Chic. А я думала New Chic. Смотрите, какая ручка крутая. Ой. В общем, здесь отделение, ну, как всегда, для ноутбука, но Максу для школы. Смотрите, сколько отделений. Все открываются, а нет, последние открываются с двух сторон. Есть вот такие вот сеточки для бутылочек с водой и вот такие вот крепкие на плечи надо штучки. Настроить. Да, сейчас Максим оденет. Вот тоже с сайта New Chic. Там самые классные рюкзаки и сумки, я всегда там заказываю. А, кстати, ссылочку оставлю в описании на сайт и на именно на этот рюкзак. Тут прям железные штуки. Вообще огонь. Крутой рюкзак. Положила Макса уже шторы. Отсюда здесь шторы висели и с его спальни. Постирала, пока у нас не будет стиралки. Вон, смотрите, какой классный рюкзачок. Так что Макс к школе готов. Завтра в школу пойдешь. Да, ну да, под дождем. Короче, будешь под дождем в школу ходить. Мы готовы уже. Максим, ты хочешь в школу? Но! Только каникулы начались, и у него уже рюкзак в школе готов. Ну а почему ты именно такой выбрал? Потому что он водонепроницаемый. Угу. Прикольный, огромный такой прям рюкзак. Самое главное в рюкзаке вообще вот эта вещь, потому что нагрузка на плечи. Ладно, будем дальше сейчас убирать. Договорились мы с собственницей. Сегодня она приедет. Ну, короче, она позвонит, узнает. Не знаю, сегодня приедет или нет, но я надеюсь, потому что... Чтобы сюда по 100 раз не ездить. Блин, смотрю, сейчас с вами говорю, смотрю и думаю, какие здесь потолки низкие. Почти можно рукой дотянуться до потолка, представляете? Я привыкла, что у нас 3-метровые потолки. А здесь прям аж непривычно так близко. Я представляю, как для Лёши. Лёша почти 2 метра ростом. Он когда в эту дверь заходит, к примеру, вот возьми, я покажу. Вот, к примеру, насколько я стою, вот. Да, это Алёша нагинается, чтобы здесь пойти. Вот. Представляете, как
Лёше вот эти потолки, какие они для него низкие. Так что он будет в своей среде с трехметровыми потолками чувствовать себя белым человеком. Ладно, будем сейчас дальше поприбираемся быстренько. Дай бог, чтобы сегодня получилось все это. За коммуналку как раз заплатим, все денежки отдадим. Ладно, все, ребят, до связи.